Учительница начальных классов Виталия Борисовна после окончания Брестского педагогического университета перешла в гимназию номер один и с тех пор уже 18 лет работает здесь. Вопрос о выборе профессии не стоял, ведь несколько поколений в ее семье были учителями. Я родилась в семье учителей. Наша педагогическая династия начинается с 1892 года. Я уже учитель в четвертом поколении. Вот, то есть мои предки, мой двоюродный прадед, мой дедушка, мои родители и другие родственники, учителя. Вот таким образом. И у нас учительская семья. Так, само собой получилось, что я продолжила традиции семейные, стала учитель начальных классов. Работая в школе, Виталия Отливанова постоянно совершенствовала свою квалификацию. Сначала была вторая категория, потом первая, а затем и высшая. На этом можно было и остановиться. Но несколько лет назад Министерством образования Республики Беларусь была введена квалификационная категория «Учитель-методист» как высшая оценка педагогического труда. Попробовать получить эту квалификацию решила и Виталия Борисовна. На экзамене на присвоение квалификационной категории «Учитель-методист» требовалось за короткое время подготовить и защитить мастер-класс с аудиторией, заранее неизвестной нам. В частности, мне выпала аудитория педагогов высшей и первой категории. И я успешно защитила мастер-класс, представила его по теме своего педагогического опыта. И по завершении наших мастер-классов нам было в тот же день объявлен результат положительный. Виталия Отливанова стала первым учителем в Пинске, получившим квалификацию «Учитель-методист». А это обязывает ко многому. Ведь учитель-методист должен не только в увлекательной форме проводить занятия с детьми, но и иметь большой опыт работы в любых классах, обширные знания по предмету и обладать собственной методикой преподавания, уметь проводить семинары со своими коллегами. С 2014 года я руковожу городским методическим объединением учителей первой ступени и руководителей школьных методических объединений первой ступени общего среднего образования. То есть мы вот уже с ними сотрудничаем. Я неоднократно делилась своим опытом, проводила мастер-классы с коллегами нашего города, области, в Брестском институте развития образования и в Минске, на республику, когда участвовала в Рождественском фестивале педагогического мастерства в Академии последипломного образования. Однако, если для кого-то важна квалификационная категория, то дети ценят учителя за умение творчески работать, использовать современные технологии, донести знания до них и научить их мыслить и рассуждать. Я творю, потому что горю. Этот свет я получаю от своих учащихся, от своих детей, учеников. Учитель, чтобы подарить искорку знаний, должен впитать целое море света. И этот свет я получаю из глаз, из горящих глаз своих учеников.